и так, или все возвращаются, или ни одного. Такого не бывает нигде. Из танка хоть кто-то выскочит рядом, а здесь куда ты выскочишь-то? Вот такое. Так, привезли тыквы. Кому тыква нужна? Поднимите руку. Тыква. Посмотрите, какие в Потеряевке тыквы. И вот, ну, тыква и тыква. Что можно сказать? Тыква. Вот смотрите, как можно, когда ты что-то знаешь. Тыква. И которые раздавали здесь, какие они были? Маленькие. И посмотрите, какие. Почему? Одни и те же семена были, земля разная. И поэтому, когда сегодня у евреев считается мать, если она еврейка родила, а он русский был, то он еврей. А если от еврея женат был на русской, то не еврей. То есть приоритет отдается матери. Никогда этого не было. Никогда. От Вооза, когда он на Руфе женился-то, еврей рождается, везде по линии мужской идет. Но вот тыква, семя одно, все решает земля. Земля – это женщина. Вышел сеятель – сеять. Поэтому у евреев нынче непорядок, когда они родословно начали писать по женской линии. Только по мужской. Предпочтение отдается этому. Ну вот, кто выйдет сейчас, можете по одной тыкве взять. Только утащите вы или нет, какая она? Земля Потеряевская, какая она? Нынче я замерил шагами. Какие плети? Плеть 11 метров. Вот здесь у нас виноград, сирень, здесь калина, и она везде опутана, и висят тыквы наверху. Это вообще сибирский заряд. Ну вот и все. Так, я попросил. Молимся, да? Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, Преснаблаженную и пренепорочную, и Мать Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Без истрения Бога слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Авва, Отче! Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение, трапеза и занятия.